какова роль территориального общественного самоуправления? Территориальное общественное самоуправление – это самоорганизация граждан на определенной территории для того, чтобы решать вопросы, скажем, местного какого-то значения. Что необходимо для создания такой организации и кто может ее возглавить? Председатель – это избираемая должность. Да. Что входит в функцию председателя? Это работа с населением, это прием граждан, это взаимодействие между поступающими от жителей граждан вопросами с органами власти. Насколько активно участвуют сами жители в деятельности ТОС и какие проекты вызывают у них особый отклик? Мы запустили грант по обучению людей пенсионного возраста компьютерным технологиям. Первые группы обучения были расписаны на полгода вперед. Своим опытом работы делится председатель ТОС «Перспектива» промышленного района города Самары Дмитрий Пикулык. Смотрите программу «Совет моего дома» 28 августа в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».